Уважаемые жюри комиссии и преподаватели, здравствуйте! Для нас большая честь участвовать в этом конкурсе. Прежде всего, хотим выразить благодарность вам за то, что уделили нам внимание. Позвольте представиться. Мы приехали из города Ухань. Сейчас учимся в Чунанском университете экономики и права по специальности русский язык. Несмотря на то, что мы еще первокурсники, нам очень интересна русская литература, и мы мечтаем учиться в России в будущем. Темой нашего выступления является фрагмент третьего действия пьесы Гоголя «Ревизор». Большое спасибо! Ну, скажите, пожалуйста, ну не сумеется на львам. Это вас от них понравилось. Это на порядочного человека. Все друг другу идти, да. И вы туда к ним. Я буду торгова нас. В городу Бунька вернусь. Не стыдно на львам. Да у вас хрести на вашего помещика, Лириза. А вы вот как со мной, у вас стыдно, а? Ей-богу, кумушка, так бежать освидетели, собавать вождение, что не могу духу. Мое партнение, Мария Дума. Здравствуйте, Петр Иванович. Ну что? Ну рассказывай, что это там? Антон Антонович, ты словам записываешь. Ну, так, кто он такой, комендант? Не генерал, а не уступит генерал. И такое образование, и важные поступки. А, так это тот самый отбор вам приходится нам. Настоящий, я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем. Ну, расскажите, что это? Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял Петра Антоновича немного строго, стыдился и говорил, что и в гостинице все нехорошо. И к нему не идет. И что он не хочет за него в тюрьме. Но потом, как узнал на выместе Петра Антоновича и погрозно сговорился с ним, тотчас переменился. Да, слава богу, все пошло хорошо. Мишка! Они теперь поехали осматривать погодные заведения. А, да, признаюсь, уже Антон Антонович думали не прилетать на нас. Я сам тоже приду к нему немножко. Да, вам до чего бояться, ведь вы не сомневаетесь. Да, так, знаете, когда вы не можете говорить, чувствуете штраф. Ну что, это надо. Расскажите, как можно собрать, что не стало? Молодой. Молодой. Молодой человек, мне это вас отвлекло. Говори совсем так, как старик. Изволите, говорите. Я поеду и туда, и туда. Так это все славно. Я, говорит, и написать, и почитать люблю, но не так, что помнит, говорит, немножко темно. Как ну, расскажи, твой голос, карьеру не против. Не, там возмущение так приводит. Кто тут пишет, он мне в записке? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было безнадежное. Но по вам сердце боли, за два зеленые курица особенные, курицы, рубли, 25 копеек. Я ничего не понимаю, почему я тут сегодня полотенца? А, это Антон Антонович писали на моей бумаге по скорости. Там какой-то шопер написал. Точно. Но у Бабая номера Сергея Боля, Катя, все будет хорошим концом. Приготовьте, поскорее помните, это не важно, что вы клея народными бумажками к обеду прибавлять, не скручусь, потому что это всем, кто пока будет нам замечать, ворочаем я перегубовичу. А вы на деле побольше скажете слово дурень, что признал самого лучшего, а не дай, как рою бесит, как рыб. Целую душенька, в
мою рощу. Осторожно с тобой, Антоновский господи, Тумановский! Боже мой! Нужно поскорее! Кто там? Мишка? Мишка! 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 Беги, Ступайте, ступайте, я не тяну вас. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Бойца, вы почему-то очень разные. Теперь прыгайте, все понадеемся. Твою какой-то мелкий набор. Маменька, голубое! Мне совсем не нравится голубое! Ляпки на тяпки наводит не кругом, и тот темный, и тот в кругом. Нет, я лучше надену цветное. Цветное? Правда, рыжишь, будет как я вот. Ой, тебе будет хорошо лучше, потому что я хочу надеть балевые. Я очень люблю балевые. Маменька, вам не идет балевое. Мне балевое не идет? Не идет, а что угодно дают, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. Вот хорошо, а у меня глаз разве не темные? Не темные. Самые темные. Не темные, не темные. Какой фитур, как я не темный, когда я катаюсь, разве я всегда даже рисую там. Маменька, вы больше, чем...